Мои дорогие, моя семья в YouTube, благодарю вас за комплименты, за те comments, которые вы оставляете. Благодарю. Я здесь не очень часто, но я все вибрационно просчитываю, потому что каждая семья моя здесь в YouTube, семья в ТикТоке, семья в Инстаграме. У меня есть мой еще канал в Телеграм. Вы найдете также Галин Свиридова. Там, так сказать, более индивидуальное общение, потому что более камерная аудитория я там держу. А вот о любви, о здоровье, о благополучии, об успехе, так сказать, индивидуальное в соответствии с вибрационными законами Вселенной. Кто еще меня не знает, очень много обо мне в YouTube, то есть на просторах интернета вы найдете очень много информации, если вас еще не заблокировали. Но сегодня я хочу поговорить с вами о огромнейшей важности вашего питания, важности во всех сферах вашей жизни. В соответствии с вибрационными законами Вселенной, если вы позволяете себе кушать именно то, что вы любите, то, что вам приятно, которое создает приятное ощущение в полости рта, когда вы проглатываете пищу, когда вы ее запиваете. То есть это весь процесс вот этой приятности для вашего организма. Он создает те необходимые и для большинства из вас до сих пор непонимаемые, потому что никто нам не дал возможность изучить законы Вселенной, вибрации радости. Да, вот эта необходимость понимание важности вкушения пищи, которая вам приятна, для исполнения всех ваших желаний во всех сферах вашей жизни. Когда вы кушаете то, что вам приятно, создаются вибрации приятности. И тут же вот эти вибрации подхватывает Вселенная, и тут же в этот момент вы начинаете привлекать еще большее количество того, что вам необходимо и приятно в вашей жизни. Я буду в деталях говорить об этом, но помните о том, что вам ни в коем случае нельзя ограничивать себя. Я могу быть красивой, могу быть здоровой, и я могу жить там без мужчины или без женщины, как угодно, да, в зависимости от вашего желания. Потому что если у меня вот это есть, то нет другого. Я могу себя ограничить. Вам не нужно себя ограничивать. Знание законов Вселенной, понимание того, что все, что вам приятно, и как правильно кушать, не, разбирая только... Кушать без разбора ни в коем случае. Разбор должен быть только в отношении того, что вам вкусно. Но никоим образом... Не в отношении того, что вам диктует какая-то диета. Диета – это индустрия. А вам не нужно, если вам нравится индустрия, тогда вы ее подпитываете. Но то, что вы должны быть в соответствии с законами Вселенной, свободны в выборе пищи во имя и благо исполнения всех ваших желаний, это вам еще один секрет. И достаточно по времени в этом видео. А побольше, поподробнее поговорим в следующих видео. И кто меня еще не знает, добро пожаловать в мою семью YouTube, Инстаграма, Телеграма и ТикТока, кому доступ еще возможен. Я вам всем очень рада. Случайности не бывает. Если мы встретились, значит, это прежде всего нужно Вселенной. Я вас обнимаю.